В Одессе на взятке погорел следователь полиции. Сотрудник отдела, который занимается расследованием преступлений в сфере транспорта, вымогал у местного жителя $5000. По данным военной прокуратуры, тот привлекался к уголовной ответственности за ДТП с двумя погибшими. За денежное вознаграждение следователь обещал закрыть дело. Теперь же фигурантом расследования стал он сам. Правоохранителю грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.